наградной лист лейтенанта Новикова Андрея Ивановича, командира взвода танков Т-34, танкового батальона 36-й танковой краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады. Представляется к званию Герой Советского Союза. Краткое описание подвига. Товарищ Новиков во время стремительного продвижения танков с боями от реки Одер до центра логова фашистского зверя Берлина показал образец мужества и геройства. Отважный сын нашей Родины со своим танковым взводом первым ворвался на улицы Берлина, громя на пути живую силу и технику противника. 30 апреля 1945 года при овладении городской ратушей враг ожесточенно сопротивлялся, не давая продвигаться нашим частям. Командир роты выбыл из строя. Товарищ Новиков взял на себя командование и личным примером увлек свою роту вперед. На максимальной скорости первым влетел в ратушу, дав возможность нашей пехоте продвинуться и водрузить знамя. От вражеского снаряда танк загорелся, экипаж был выведен из строя. Мужественный танкист, обжигаясь, затушил пламя и вывел машину, чем спас экипаж и технику. Был ранен, но в госпиталь не уехал и продолжал сражаться. В этом бою товарищ Новиков уничтожил 3 танка, 4 пушки и до 120 немецких солдат и офицеров. Враг отступал по улице Фридрихштрассе. Командир танковой роты Новиков задался целью пресечь колонну врага обходным маневром. Невзирая на сильный огонь противника, стремительно выехал на улицу на своем танке и перекрыл движение отходящей колонны. Таким образом, дорога отступающему противнику была отрезана. Немцы в панике стали метаться и сдаваться в плен подходящим нашим войскам. В этом бою товарищ Новиков способствовал взятию в плен 3000 немецких солдат и офицеров и до 40 машин с военным грузом. За проявленное мужество и героизм достоин высшей правительственной награды – Герой Советского Союза. Командир 2-го танкового батальона майор Скворцов. Подпись 2 мая 1945 года. Командир 36-й танковой краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады. Полковник Жариков. Подпись 10 мая 1945 года.